Всем привет! Сегодня покажу, что можно сделать из слоеного теста. Для этого я беру тесто готовое магазинное. Оно продается листочками. Вот такие вот листочки продаются. Магазинное тесто. Разрезаю вот на такие полосочки, вот так ножом. Раз, два, три. На три полосочки. И теперь плетем косичку из этих трех полосочек. Вот такая вот косичка получается. Ну, косички все, наверное, умеют плести. На конце вот так вот я защипливаю. Здесь и здесь, с двух сторон. И уже эту косичку отправляю на сковородку, смазанную немножко растительным маслом. И будем выпекать эти косички. Получаются слоеные такие слоечки, которые мы потом посыпем или сахарной пудрой, или сахаром. Можно просто там макать в джем. Обжариваем их с двух сторон на маленьком огне. И у меня уже получатся такие слоеные плетеные косички, очень вкусные к чаю. Их потом уже можно кушать с джемом, со сгущенкой. То есть такой 5-минутный завтрак. Можно такие косички сделать в духовке, но можно и на сковороде. Немножко добавления маслица. Очень быстро запекаются с двух сторон. Получается очень вкусное слоеное тесто. Можно также из слоеного теста сделать вот такие вот конвертики, разрезать кусочек вот этого вот теста на 4 части и положить какую-то начинку, вот так вот закрепить конвертиком и также выпекать в духовке. Очень вкусно получается. С ветчиной можно делать с яблоками, ну любую начинку, кто как хочет, кто как любит. С вами была я, Лолочка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до встречи на моих видео. Всем пока!